Здравствуйте, друзья, доброе утро. У нас сейчас будет прямой эфир, но так, по дороге мы поболтаем, а потом уже подвесим после прямого эфира. Есть много вопросов, так, целая группа, целый класс, которые можно было бы так сформулировать. Но вот есть хороший человек, и вот он, хочется ему помочь, но у него вот как-то все не так. Вот он, я ему говорю, он меня не слушает и так далее. Есть примыкающая к этому группа вопросов, когда человек говорит: я хотел бы чего-то, но я не знаю, с чего начать. Вообще, может быть, даже я и не знаю, чего хочу, но вот чувствую, что так жить нельзя. Вот у меня какие-то друзья, вот у них там пиво, и там вот кино посмотреть, а я вот как-то вот, ну, хотел бы еще чего-то в жизни, а чего не знаю, а куда не знаю, а мотивации у меня нету и так далее. Вот я хотел, может быть, немножко на эту тему поговорить, потому что читаю как раз сейчас книжку на эту тему. Психологи пишут, это достаточно известная книжка, она 94-го года на самом деле, но вот и на русский переведена, я ее сейчас читаю, по-английски, правда, так получилось, что она на английском, но вот я как бы предпочитаю уже в оригинале как бы читать. И называется, ну, по-английски называется Change for Good, то есть изменение навсегда, как бы так, да. И люди рассматривают, они работали с алкоголиками, они работали с курильщиками, они работали с людьми, которые борются с лишним весом, всевозможные зависимости там и так далее. И когда человеку нужно было измениться, да, вот как-то отказаться от какой-то привычки, то выяснилось, что есть некоторые 6 стадий, которые все люди проходят. Причем они так, на самом деле, если на статистику посмотреть, которая там приводится, что люди в основном-то сами скорее меняются, чем то, что вот им помогают профессионалы. То есть среди людей, которые изменили как-то свою жизнь, гораздо больше, существенно больше таких, которые изменили свою жизнь сами, чем такие, которые опирались на чью-то помощь. В частности, наверное, это связано с тем, что большое количество людей, которым помощь, может быть, нужна, или, может быть, не столько помощь даже нужна, может быть, они и сами могли, но они отказываются от того, что у них проблемы есть. Они говорят: нет такой проблемы. Вот ты говоришь, что у меня проблема, а я не вижу, у меня, например, нет. Нету, зачем мне твои проблемы? Это как бы, я думаю, что любой из нас, абсолютно любой из нас, если вспомнить других людей, которые нам говорили, что у нас чего-то там не так, да, то с чем-то мы, может быть, соглашаемся, а с чем-то мы говорим: да ерунда какая-то. То есть ему бы хотелось меня видеть вот таким, но я лично не вижу, чтобы была проблема. И нельзя тоже так вот, знаете, тебе говорят проблема, и ты побежал проблема. Если я с нашей аудиторией, там, 150-тысячной, если я начну слушать всех, что у меня проблема тут или там, то окажется, что у меня вообще ничего беспроблемного нет. Вот, поэтому, значит, одни говорят, там, деньги не зарабатываешь, другие говорят, зарабатываешь, тратить не умеешь, значит, там, ну, в общем, это же просто кошмар. Так вот, конечно, человек должен сам более-менее разбираться, но его жизнь, он должен с ней заниматься, но получается такая история, что в зависимости от того, на какой стадии человек находится, в понимании проблемы, в желании решить эту проблему, и не менее важно, вот я сейчас это прохожу как бы с точки зрения потери веса, не менее важно закрепиться там. У меня еще был похожий опыт, я много лет курил, там, не знаю, с 19, там, с 18-19 до, даже не помню, когда там, но лет 10 уже не курю. В общем, может быть, больше не курю. Я не помню, у меня стерлось все это в памяти. Но я к чему говорю, что я много раз бросал курить, ну, много. И я вот, я всю эту наркоманию, всю эту вот, как сказать, зависимость прошел на курении. Очень, очень
поучительная штука была. И вот сейчас с весом. Господи, да. Но стадии. Я читаю книжку, там 300 страниц. Я вот вчера вечером отмахал 50. И надеюсь, там за выходные, может быть, дочитаю. Но как бы сущностно, общая идея, она вот там вначале идет, дальше уже начинается по деталям. Но разные методы применяют люди в разных ситуациях. То есть в зависимости от того, на какой стадии ты находишься в отношении к проблеме, соответственно, разная методика помогает. И со стороны профессионалов, которые тобой занимаются, и со стороны тебя самого, когда ты эту проблему хочешь решить. Ну вот, давайте я по стадиям пойду. Значит, первая стадия – это стадия, когда человек проблему не признает. Я бы сказал, вот ну, такой отказ, да, в несознанке, нет проблемы. И вы можете предложить ему что-то, что было бы, например, хорошим советом на другой совершенно стадии. Ну вот у нас часто в школе, да, вот Портнов Computer School, там приходит человек, да, и вот я теперь начал вспоминать многие истории, я теперь смотрю на них через вот эту схему из 6 стадий, потому что к нам-то люди тоже приходят вот именно в этом плане, то есть у них есть какой-то привычный образ жизни, и они должны изменить свой привычный образ жизни на что-то такое, что более продуктивно в эмиграции и с точки зрения доходов, и с точки зрения социального уровня, вот и так далее. И все те же стадии они проходят. Я вот сейчас читаю, думаю, мама родная. Так вот, если человек говорит, мне это не надо, ему говорят, ну чего ты вот там за 3 копейки там в Союз печати, да, там дерьмо качать, 3 копейки получать, давай, вот пойди там в тестировщики, там, да, вот там Портнов Computer School, пойди в тестировщики. Значит, что происходит? Человек, который в стадии отрицания, он говорит, мне этого не надо. Я буду бизнес делать. Я буду, что там у нас есть, недвижимость оценивать. Там я буду, я не буду. Знаете, человек в стадии, так сказать, неприятия. И ты, если ты пойдешь и скажешь, а вот там Портнов Computer School, вот можете туда. Это было бы хорошим советом, если бы этот человек искал решение. Но он же его не ищет. Он говорит, у меня-то нет проблем, говорит он, у меня-то все хорошо, и вы к нему, а вот там посмотри, и он тебе пальцем у виска крутит и говорит тебе, что ты дурак, школа дерьмо, и все, кто там учится, идиот. Потому что можно было, не то что за 3 копейки, можно бесплатно, можно дерьмо качать. Вот, это же лучше, чем... Но от стадии зависит. Теперь, вопрос такой... Если мы хотим углубиться в это дело, то возникает вопрос, ну хорошо, но вот есть человек, и он, например, на стадии отрицания. А можно как-то его помочь в осознании проблемы и так далее? И тут я бы сказал, я бы очень задумался с точки зрения человека, который находится вовне. Потому что вот живет человек, у него своя жизнь. Вы считаете, не он, вы считаете, что у него проблема. Может быть, вы даже за пивом там поговорили с пацанами, там больше пацанов считают, что у него проблема. Но вправе ли вы вообще человеку что-то навязывать? Вот когда человек пришел и спросил, или говорит, знаешь, вот не знаю, как быть, да, и вы ему что-то говорите, зерно падает на какую-то почву, но вправе ли мы навязывать что-то человеку, который, может быть, и в принципе и не может, и не хочет, и вообще ему и не надо? Откуда ты знаешь, что ему надо? Но еще раз. Это более тонкий такой вопрос, но совершенно очевидно, что будучи в этом состоянии, человек не обратится к специалисту. Он не скажет, слушай, вот хочу поговорить, у меня проблема. У него нет проблемы, и он с вами не хочет. Больше того, вы к нему говорите, вот у тебя проблема, он говорит, да пошел ты нафиг, нет у меня проблемы. И, ну тоже, вот как бы... Пишут, что и такому человеку можно помочь. Ну, хорошо, если, например, мы понимаем, если у него алкоголизм, и он говорит, что я не алкоголик, то мы видим, что у него алкоголизм. Это как бы, это проще, да, вот запойный, там еще что-то, конечно. Допустим, мы видим, что он курит, мы знаем, что курение – это плохо. Конечно, конечно. Есть ситуации, когда это достаточно очевидно, и мы хотим помочь человеку избавиться от курения, или там алкоголизма, или наркомании и так далее. У меня лично нет таких знакомых, чтобы...
именно по наркомании или там по алкоголизму, но курильщики там, хотя тоже и курильщиков сейчас не осталось почти, очень много народу бросили курить, вот включая меня самого. Так вот, это первая стадия, человек говорит, нет проблемы. Вторая стадия, когда человек говорит, вообще-то проблема есть, да? Что с ней делать, непонятно, но проблема есть. Вот проблема, скажем, нет денег. Проблема, надо бы бросить курить, надо бы избавиться от лишнего веса. Особенно женщины, правда, они очень гораздо чувствительнее к внешности к своей, чем мужчины. Вот есть проблема. Человек осознает проблему. Стадия осознания проблемы или стадия отрицания наличия проблемы может занимать какое-то относительно короткое время, а может там, до конца дней человек может оставаться с пониманием того, что проблема есть, и не сделать ничего. А может оставаться с пониманием того, что проблемы нет. Но, во всяком случае, когда он осознает, что проблема есть, он уже начал куда-то двигаться. Он из одной стадии перешел в другую. То есть уже пошло-поехало. Это хорошо. Потому что появляется шанс на следующую стадию, и на следующую, и на следующую. Это не значит, что он до конца когда-то дойдет. Но он пошел двигаться. Он собирает информацию, он пытается как-то, значит, осмыслить, что происходит. Потом идет стадия подготовки, третья. Да? Если он уже действительно дозрел, вот он начинает готовиться. И стадия подготовки важная, потому что чем больше человек себе представил, чем более детальный план он проработал. Вот мы говорим иногда про иммиграцию, что вот как лучше. Значит, там знать, в каком окошечке, в какой кофточке сидит девушка в посольстве, чтобы, значит, подойти и там, что ей сказать. А есть люди, которые говорят, какое мое дело, там я пришел, увидел, и что было, и все нормально. Собственно, я вот больше такой, я нездоров там как-то по такого рода подготовке. То есть есть вещи, которые я тщательно готовлю, которые я понимаю важность этого дела, что надо подготовиться. А есть вещи, где я говорю, мы будем, так сказать, экспромтом работать нормально. Так вот, стадия подготовки – это тоже неплохая стадия. Не надо форсировать. Вот ты хочешь, да, все, идем завтра вот туда, подожди завтра. Есть люди, которые могут завтра, это правда. Но это говорит только о том, что они уже не в стадии подготовки, они уже в стадии действия. Человек, который в стадии подготовки, его нельзя вырвать из стадии подготовки, он готовится. Он придет, вот он у нас в школе, вот он пришел поговорить. Он пришел поговорить, и он, может, через полгода придет. Может, вообще никогда не придет. Может быть, тут же запишется. Может быть, он на эмоциях запишется сегодня, хотя на самом деле надо было бы ему еще там что-то подумать. И так тоже может быть. Человек эмоционален, он иногда... ему кажется, что он уже там где-то в каком-то другом состоянии, а он еще нет. Поэтому... не сразу поймешь. Я вот думаю, что те там многие разы, когда я бросал курить раньше, видимо, я сейчас я уже начинаю понимать, я не был в стадии действия. Я был в стадии, может быть, подготовки, в какой-то более ранней был. Я не был готов к действию, потому что оно не работало. Может быть, я не был... мне на самом деле надо осмыслить много в своей, так сказать, жизни, что со мной происходило, но, может быть, я не был в стадии, когда я мог удерживать это все в стадии maintenance, как бы, да, в стадии удержания. Потому что у меня было что-то такое, что я по 2 года не курил, и потом срывался. И у меня возникало ощущение, что я уже, собственно, как-то вроде не курю. Вроде как не курящий, я могу сигаретку брать с ребятами. И понеслось. Вот. И есть люди, которые в один день бросили курить, вот как со мной в итоге получилось. Это произошло в один день. И у меня с этого дня ощущение такое, что я никогда не курил. Но я помню, вот я могу напрячься и вспомнить. Но так вот сходу я не скажу, я, да, конечно, я ж курил. И оно стерлось как-то, и это произошло одномоментно. Но когда я тогда вот по 2 года, там, скажем, не курил, это же была ломка. Я знаю людей, которые 20 лет не курят, и у них ломка. Они каждый раз, когда где-то кто-то, и там запашок, и их колотить начинают.
тоже он не курит, он держится, но это же по-разному тоже проходит. И мы видим, что у одного и того же человека по-разному проходит. Вот у меня одно, в какой-то момент я не курил, и каждый день была ломка. А другой момент, и вдруг раз, я уже там не помню, 10 лет или 15, сколько я не помню, я вообще не помню, что курил. Поэтому, если ты уже не помнишь, что курил, то фактически я на стадии, когда я не поддерживаю, а я уже вышел из курения. Я уже не закурю, я вышел, я закрыл тему. Это 6-я стадия. Закрыли. Значит, maintenance, да, оставаться в этом состоянии, это 5-я, а закрыть, перелистнуть страничку, это 6-я. Вот я сейчас с потерей веса, вот эту неделю я в стадии maintenance, да, то есть я поддержка. Хотя с понедельника я уже на, как бы сказать, самостоятельном таком питании. То есть у меня есть некоторые такие guidelines. И мне говорят, вот так ты будешь питаться. И вот я так как-то втягиваюсь, привыкаю. У меня всю эту неделю очень стабильный вес. Вот не 180, как 180, а 180 с половинкой килограмм. И я вот так ни туда, ни... Ну, может быть, там, с маленькими вариациями, там, 300 грамм туда-сюда. Я очень внимательно слежу. В стадии maintenance надо очень внимательно следить и как бы... И так далее. Но если мы говорим про то, что со стороны повлиять на другого человека, конечно, самому надо тоже... Желательно понимать, в какой ты стадии, в каком ты процессе, и чего тебе не хватает тут, и чего тебе не хватает там. Потому что, если тебе нужна поддержка со стороны, значит, должен получать поддержку со стороны. Ты можешь сам себя поддерживать, ты можешь себе сказать, вот если я там, вот, скажем, продержался там 3 месяца, поеду, я не знаю, что вам хочется, я не знаю. Хотелось поехать там на круиз, поезжайте на круиз. Хотелось там... Париж увидеть, но не умереть. Увидеть Париж, но не умереть. Поезжайте, не умирайте, возвращайтесь обратно. То есть в каждом состоянии, в котором вы находитесь, значит, какие-то вещи работают, какие-то вещи не работают. Это именно то, почему нельзя слушать вот этих интернет-советчиков, которые вообще не понимают, на каком они свете находятся, и на каком свете находится человек, который о проблеме говорит. Вот эти вот там, говорит, надо там не жрать, да, и вот тогда у тебя вес там... Они вообще не понимают, о чем говорят. Люди находятся в разных этапах развития. Существенно, что они движутся. Человек, который говорит, у меня нет мотивации, я не знаю там, что, как, чего и так далее, так мне плохо. Этому человеку уже совсем не так плохо. Потому было бы хуже, если бы этот человек говорил, а у меня нет проблем, у меня все нормально. Я вот пиво выпил, значит, тут махорки покурил, дым из заднего прохода. И все девки мои, ну такие же, как я тоже, которые покурили. Вот, это же другая стадия совсем. А он говорит, у меня проблема, говорит он. Это уже вторая стадия, это не первая. Вот где проблема-то была бы. То есть, когда он говорит, у меня проблема, это значит, что он находится на пути к ее решению. Вы можете сказать, а как скоро он и решит? Это зависит, но он уже на пути, понимаете? Когда он вопросы задает, когда он письма пишет там на канал, знаете, когда он говорит, а вот этот говорит то, а тот говорит то, а я этого слушал, а я с этим согласен, не согласен, он уже информацию собирает, понимаете, он ее накапливает, он, глядишь, сейчас к подготовке какой-то перейдет. То есть, и когда мы видим человека, и вот он вопрос задает, значит, получается, что существенно, в какой он стадии, потому что в этой стадии ему можно помочь, дав ему то, что в этой стадии поможет. Ему нельзя помочь в этой стадии. Знаете что, я отъеду отсюда, тут с крыши капает у меня на капот. Я говорю, что такое вообще? На капот и капать мне не нравится. Вот, и... То есть, как только мы начнем выделять эти стадии, я еще осваиваю сам. Понимаете, я не то, что я большой специалист, но у меня большой опыт есть наблюдение за людьми, которые меняются. Ну и сам тоже я, конечно, вот я рассказывал там и про курение, и про эмиграцию, и про потерю веса и так далее. Вот. Но я же каждый день наблюдаю колоссальное количество людей. Я вижу в соцсетях вот этих советчиков, которые не понимают того, что есть стадии, что человеку, который в этой стадии, бессмысленно говорить вот про это или про то. То есть человек, который не определился с тем,
что он хочет. Ему говорят, вот тебе решение как. Да он не готов к твоему как. У него нет вопроса как. У него есть вопрос, что ему вообще это не надо. Знаете, как вот этот анекдотец, когда невеста решает, в какой фате она пойдет под венец, а жених не знает, стоит ли ему жениться. Ведь они в совершенно разных стадиях. Она знает, что она хочет замуж, и она, так сказать, вот уже готовится, вот как она это будет делать. А он не уверен, и она, а зачем ему это все? Понимаете, ну это мы с вами видели, правда, в разных вариантах. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, как помочь, ну, еще раз, если это курение или алкоголизм, что вряд ли привело к тем вопросам, которые нам задают, то, конечно, это как бы достаточно очевидно. Если это просто человек по жизни в какой-то ситуации, может быть, он лучше знает, чем вы, что ему надо. То есть, может быть, не надо ему пытаться ничего. Но если человек не осознает проблему, то ему можно помочь там с осознанием проблемы. Вы можете дать ему что-то, какую-то заметочку дать почитать, где написано, что вот есть такая проблема. Но, может быть, не у него, но у таких, как он, например. Ему не надо решения. Ему надо сначала понять, что есть проблема. Не пихайте ему решение. Решение не поможет человеку, который говорит, проблемы нет. Если мы вот уже об этом. В общем, такая интересная вот история. Я дочитаю остальные 250 страниц. Пропущу это немножко, переосмыслю в рамках того опыта, который у меня есть. И тогда сформулирую более, может быть, практично и более живописно. Так, я думаю, я движусь в эту точку, я чувствую, у меня уже включился механизм, он пошел работать. Вот, а так, счастливо!